Всем доброе утро, ребята! Ванечка наш маленький уже в садике. Ванины родители и Надя уже уехали. Вот. Всем привет! Мы еще поделали дела утром, монтаж, немножко поснимали. И сейчас едем, в общем, к моим родителям, к моей маме. Нас там нужно кое-что у нее забрать и отвезти презентики. На 23 февраля папе и Диме. Папа на работе, Дима на учебе, поэтому, ну, у нас еще планы есть, поэтому мы ненадолго, чисто по делам, заглянем, кофе попьем и обратно поедем. Вот, а что? Такие вот у нас планы. У нас очень тепло на улице. Вот, куртка у меня в машине. Куртку все равно обязательно нужно с собой брать, вот, потому что очень коварный ветерочек. Вот, а так наипрекраснейшая погода. Вот Надя вообще вчера у нас тут загорала. Говорит, на солнце вообще была такая жара. Можно... 18 градусов. 18, ну очень тепло, очень. Весна, походу, к нам приближается, и такая погода, ну, прогноз погоды передает, что такая погода будет всю эту и следующую неделю. Поэтому это все машина давала нам сигнал, что нужно пристегнуться. А вот. И по ходу все, к нам приходит весна, потихоньку уходит зима, но вообще здесь считается, что зима закончится 21 марта. И начнется уже официально весна. Вот, но я об этом уже рассказывала. Многие подписчики, которые с нами давно, уже знают эту тему. Вот. Что-то у меня так это все быстрее. Вообще, у меня есть такая фишка, которую я не люблю в себе. Меня это меня лично бесит. Это я люблю все делать очень быстро и всегда всех подгоняю и сама себя накручиваю и бегом. А по сути-то нет надобности в этом бегом. И когда я не успеваю за своими мыслями и действиями, и вот я себе там нарисовала в голове какой-то, да, вот что там во столько-то, и, короче, потом меня бомбит. Катя, ну как-то говорит, хочу вставать в 6 утра, заниматься спортом, потом отвозить Ванюшку. Я говорю, и что, потом ложиться спать? Говорю, ты же зачем так рано вставать? Мы Ванюшку отвезем в садик, и можешь спокойно заниматься спортом, любыми делами. То есть будет, ну, достаточно большой промежуток времени, нет необходимости вставать в 6 утра. Ну да. Ну, в итоге Катя поняла, что... Да. Ну, это в просто было, случае... знаете, вечернее, а я вот буду очень продуктивный. Лежишь и мечтаешь, так, я встану, займусь спортом, попишу, почитаю, помонтирую, поснимаю. Потом насыпает следующий день, ты такой встаешь. Думаешь, еще полчасика. Не, ну по поводу спорта, да, я хочу начать снова бегать. Хотим немножко оборудовать этот гараж, сделать маленький уголок спортивный, туда отнести все дальше и дальше наш. Беговую дорожку. Это просто уже смех. Смех и смех. Но... Ваня знал. Ваня знал. Ну, Ваня, мой мужчина всегда прав, поэтому, блин. Но... Я знал. Слишком тебя хорошо. Но зато я была удовлетворена этой покупкой. Она у меня есть. Мне греет душу, что я могу в любой день встать и побежать. Осталось только встать и побежать. Да, осталось только дело за малым. Встать и побежать. Все, ребят, мы уже вернулись из Лоретто, скатались туда-сюда, уже дома. Да, мы там кое-что забрали у мамы, и плюс она приготовила шарлоточку. Да, вот он. После, и мы попили чай с шарлоткой, поболтали, и вернулись обратно домой. Вот, думали сегодня снимать видео, но, в общем, переносим съемки на завтра. Завтра прям с утра будем снимать, я хочу поделиться с вами... отснять 5 очень крутых и вкусных завтраков. В одном видео. В одном видео, да. То есть на всю рабочую неделю, каждый день можно будет использовать этот завтрак. И я уверена, что вам очень понравится. Это одни из самых любимых наших завтраков.
Вот. Некоторые там рецепты, которые я еще никогда не готовила, но я видела отзывы, видела эти рецепты у других блогеров, других видео, и все в восторге были. И плюс по ингредиентам тоже понятно, вкусно получится или нет, поэтому будем завтра снимать. А еще перед тем, как мы уехали, пришла посылка, которую мы сейчас вместе с вами откроем. Кстати, ребят, в итоге у нас Надя спала на диване, потому что Пума вчера запрыгнула на матрас и сделала в нем дырку. Я ее вроде как заклеил, но не проверял. Я, в общем, Ване говорю, что все, завязываем мы с этими матрасами. У нас постоянно Пума дырявит его. Да, мы ей не подстригаем когти, потому что она у нас ничего не дерет. Кстати, кто, когда я распаковывала Ванин подарок на 14 февраля, в комментариях написали, типа, они говорят, что она им, типа, ничего не царапает, а она, типа, поцарапала диван. Смотрите, вот стоит ее когтеточка и в идеальном состоянии. Да, где царапина? Нету. Просто рядом с диваном стояла вот эта штука, и она здесь царапала. А, и было ощущение, и было ощущение, что она царапает диван. Но она у нас мягкая, вообще не трогает, к счастью. Потому что майка, которая у родителей, она, ее сколько мы не пытались очищать, это было всегда бесполезно. То есть она там у них разодрала диван. К чему я это все? То, что Пума постоянно, у нее очень острые ногти. И получается, если она просто запрыгнет или просто спрыгнет, у нее есть привычка немножко вытаскивать свои когти. Но мне кажется, это у всех кошек такое есть. И она просто случайным образом делает малюсенькую дырочку, которую мы фиг потом найдем. Но вчера это крупная вот, была. Прям было слышно, как дуло. Вот, и я говорю Ване завязывать с надувными матрасами. Многие, кстати, пишут, что они неудобны, что удобнее на раскладном диване. Не знаю, все, кто у нас спал на, когда у нас были хорошие матрасы, говорили, что удобные, мы тоже на таких спали. И одну. Если он не спускает, то удобно, отлично. Да. Вот, и я говорю Ване, что я буду сегодня, наверное, вечером поищу, есть такие типа кресла, но они чуть-чуть шире, чем стандартное кресло. 90, наверное, сантиметров, да? Они раскладываются и получается как односпальная кровать. И мы его поставим в ту комнату, мы там наведем порядок. И получается... Мы там наводим порядок с осени. Многие говорят, что типа у вас такой большой дом, а ваши гости спят на надувном матрасе. У нас небольшой дом, я много раз об этом говорила, что дом у нас небольшой. Здесь всего 190 квадратных, 170 квадратных метров. У нас есть гостевая комната, то есть родители Вани спали на хорошей кровати, на большой, там 2 на 2, что ли, она широкая, большая. Не 2 на 2, 150 на 2. 150 на 2, это большая. Ну, у нас 135. Не, у нас была 130, у нас тоже 150. Да. А вот, то есть родители спали, но мы поняли, что как бы для родителей у нас есть, и для одних, и для вторых вместе очень редко, когда все приезжают. Остается. Чтоб оставались с ночевкой, да. А вот у нас получается либо Надя, либо Дима остаются без спального места, поэтому приобретем. Диван пока менять не будем, не хотим. Передумали мы менять диван. Меня чуть-чуть дальше мы вам, ребята, объясним, почему. Но пока в итоге отказались мы от этой мысли. Да. Вот, в общем, что тут Катя стоит с этой коробкой, и все, и никак. Меня бесит вон та пустая стена. Кто-то сейчас может сказать: Катя, остановись, и так захламила все на свете. Я хочу туда полки. Очень. Я их заказала. Ты заказала? Ну, у нас действительно нигде нет ни одной полки. И я говорю, заказывай, потому что мне тоже особо не нравится свободное это место. Поэтому пришло нам 2 или 3? 2. 2 полочки. Сейчас мы их будем вешать. Игрушки, как я сказал вчера, что мы их уберем, не получилось, не вышло. Не сложилось. Не сложилось. Ой, я заказала, кстати, полочки на Westwing. Сразу кто спросит, где этот сайт? Не вверх ногами, что было написано. Вот. И пришли они за неделю. Так. Полки тяжелые. Тяжелые? Угадай, из чего они сделаны. Мраморно? Естественно. Прям настоящий мрамор или под мрамор? Мрамор. Надеюсь, они не отвалятся. Помоги!
Да я ж снимаю. Одной рукой держишь? Да. Вот крепления. А, крепления такие, треугольные. Отлично. Ну, то есть будет жестко. Не, ну я думаю, не отвалится. Это не телевизор, который весит кучу килограмм, еще плюс был рычаг очень большой. Я думаю, будет все нормально держаться. Кстати, я тогда там все замазал. Я не знаю, сейчас видно, нет. Ну, практически, кстати, не видно, что там были какие-то проблемы. Я все замазал, но не красил. То есть, как бы, дырок нет, но там не покрашено. Поэтому, когда будем съезжать, просто покрасим. Потому что я не вижу смысла красить, если там телевизор, ничего не видно. Когда будем съезжать, то и покрасим. Так, ребят, короче, установка, мы, наверное, только одну повесим, да? Да. Вторую уже потом повесим. В общем, смотрите прикол. Очень красивая полочка, она из настоящего мрамора, весит приличненько, такие прикольные крепления. Вот. Но вот вторая у нас пришла вот такая вот классная. Это вот здесь сейчас оформляет возврат. Эту нужно будет вернуть и закажешь, наверное, заново, да, вторую? Да. Что такое? Вот мне нужно здесь выбрать. Что выбрать? Quiero una reposición o quiero la recogida y el reembolso. Pero reembolso это возврат. Reembolso это возврат денег, да? Но я не хочу возврат денег. Значит, первое там было. Первое, что там было? Quiero una reposición. Reposición, да. То есть мне новую пришли. Да. Типа замену. Да. Все. Да. Класс, мне очень нравятся эти серебристые такие держатели, да, уголки и сама мраморная полка. Супер! Тут еще красота такая будет стоять. Сейчас я поставлю, мне подружка подарила такую вот свечку. Еще вот такие вот подстаканники, вообще подставочки, они тоже мраморные. Классно, но это... Пока тут стоит, а вообще в дальнейшем я в другое место их поставлю. Ну, супер. И сверху я хочу точно такую же вот сюда наверх. Классно. Мне нравится. Дополнить, естественно, чтобы они не пустые были. Минимально я хочу, много всего не будет. В распаковке будет распаковка в марте. Я жду еще парочку посылок и все вам покажу. Ну, мне нравится. Круто получилось. Think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Met you on a Friday, halfway out. Oh,
забрали с садика нашего малыша. И нам одна подписчица в комментариях порекомендовала один парк. Он недалеко от нашего дома. Называется парк Франциск Мари Масия. Вот большой парк. Тут прям, знаете, как замок. Вход. Идем? Пойдешь пешочком? Там много всего интересного. Закрыта какая-то дорога и открыта только эта дверь. Тут на велике есть парковка для велосипедов. Многие, конечно, вещи тут перекрыты. Здесь нельзя устраивать пикники. Хотя столики есть, но то есть раньше можно было это делать. То есть сейчас нельзя. И здесь, конечно, очень круто. По крайней мере, по фоткам в гугле я посмотрела. Прям офигенный, огромный парк. Здесь гулять и гулять. Это кто? Или крокодильчики? Там вообще дракоша. Ой, это как его? Как он с тремя головами? Я уже всех персонажей позабывала. Да, строительная техника поехала, сынок. Ты видишь ее везде. Иди. Вот, еще мне нравятся вот эти вот качели классные. Но у нас Ванек сейчас на качельках практически не катается. Вот, а я люблю вот такие вот корзины, грубо говоря. Они такие классные. Можно прям вот так вот лечь, качаться и смотреть в небо. Сынок, идешь ко мне? Пойдешь ко мне? Будешь с мамой качаться? Он не любит такие качели. Ушел. Пока. Ну, пошли дальше. Ой, я с вами. И тут не просто земля, а сверху вот это вот что это, щепки какие-то насыпаны. Ну и плюс трава тоже. Там грибы, цветы гигантские. Везде колонки. Есть туалет. Вот это вот сооружение. Это туалет. Лавочки. Слушайте, как здесь круто. Очень круто. Там паровозик есть. А, в домики зайти можно. Ой, в домики. В грибочки. Пойдем дверь откроем. Оп. Опа. А не, нельзя открыть. Да, ну. Ку-ку! Ку-ку! Это что, грибочек? Там мухомор, сынок. Гриб. Жалко, что двери не открываются. Это просто декоративно. Ну да, украшательство. Тут даже вот еще кед есть с этим, с книжечкой. Прикольно здесь. Ваня фоткает малого. Ого, тут людей. Тут, в общем, еще есть такие гигантские стерки, гигантский круассан, пироженка, магдаленка, точилка. Так, тут у нас оливки. Растут оливковые деревья. Там дальше еще тоже есть площадка. И вон там тоже. И там еще есть разные препятствия, тоже ух прикольно. Ты, можно встать и бегать. Да. Ага. Вот так. Подержи камеру. Я видел, ты чуть не шлепнулась. Ванек все побежал. Ванечка, Иван, смотри. Смотри на маму. Ух ты. Тут еще в этом парке есть вот такая вот зона, где куча всего, всякие полосы препятствий. Классная такая высокая горка. Там еще что-то есть. В общем, достаточно большой парк и прикольный. Много зон интересных. Что, с горки поедете? Вы вместе поедете? Садись.
Не скользкая, заметно. Вот это был экстрим. Вот это экстрим. Еще хочешь? Давай. Класс. Мы вернулись домой. Ванюша покупался. Решили поужинать, что-то проголодались. Ты тоже проголодалась? О, здравствуйте. И мы с Ваней будем есть пельмешки. У нас было голосование. Единогласно. Мы решили. Я добавил туда эпики. Тоже пулинчик такой. Что будем? И, кстати, фильм уже у нас точно скачался. Можно начинать смотреть. Супер. Ну, давай посмотрим, будем смотреть, когда будем кушать и смотреть. Да. Да. Я еще тут монтирую видос. Знаете, вот. Как сняли? Нет. Другое? Алиэкспресс. С Ванюшкой, которая. А. Вот, я уже а, так. Я думала, она у тебя уже готовая. Нет, когда? Я не знаю. Вот именно, я тоже не знаю. Но видео получится длинное. Что капец. Да? Да. Очень да, да, но прям. Интересно. Да, очень интересно. Ну, я залипаю. Если тема интересна, то, конечно, будет неинтересно. Тем, кому эта тема неинтересна. Тем будет неинтересно. Да. Вот, ладно, пока там Ваня с пельмешками разбирается и с фильмом, я чуть-чуть помонтирую. У меня тут уже близится дело к концу. Именно нарезка и расстановка всех кадров. Тем временем Ваня уже сварил пельмешки. Это подставочка моя, которую Ваня оккупировал. И делает соус. Майонез с кетчупом. У нас же еще есть немножко горчицы. Ой, господи, горчица аджики. Не хочешь? Так кетчунес. Я хочу гриего. Да, я хочу сметану. Сейчас я ее достану. Что-то какой-то у нас трэш в холодильнике творится. Вот. Хочу немножко сметанки. Посмотрели мы фильм «Аферистка». Вроде как «Аферистка» называется. Короче, не знаю. Начало мне понравилось. И середина тоже неплохо. Но концовка какая-то сдутая. А еще у меня оттопыриваются коленки в этих штанах домашних. Вот, и я еще до сих пор не убрала рождественские Merry Christmas носочки. Вообще все, собираемся идти спать. Точнее, я иду умываться, все дела. Их монтировать вложит. Угу. Так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока.